Помните, что с 12 декабря в кинотеатрах мы ждем вас на полнометражный фильм «Полицейский с Рублевки. Новогодний беспредел 2». Люди спрашивают, что, реально можно всей семьей? Да, конечно, можно. Чего вы боитесь? Все там нормально и весело. И дети поржут, и вы поржете, и еще 3 раза пересмотрите. Гораздо стремнее всей семьей телек на Новый год смотреть. Там он наркоманы пополам с мужеложцами поют песни в июле под бумажным снегом. У меня такое ощущение, что я пересказываю кошмарный сон. В общем, идите всей семьей, ничего не бойтесь. Добрый, честный угар для всех возрастов. И прикольные песни есть. Я сам пою. «Полицейский с Рублевки. Новогодний беспредел 2». Уже в кино.